Всем привет, друзья, вы на канале Посмотри на игру, и сегодня мы играем в Bleach Immortal. Это мой первый запуск, поэтому не судите строго, если что я здесь не знаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, погнали. Ичиго, я Ичиго Курасаки, мне 15 лет, и я ученик-старшеклассник. Моя семья владеет клиникой в городе, там всегда многолюдно. Возможно, именно поэтому я с рождения вижу душу умерших. Вечер этого дня. Кто ты такой? Близко. На нахуй. Иди нахуй. Близко, что близко? Ты слабоумный. Ты видишь меня? А? О чем ты? Я ничего не понимаю. Что значит видишь? Обычные люди не видят. Я проводник душ. После того, как Руки разъяснила ситуацию. Да? Значит, ты Синегами. Прибыл сюда из далекого сообщества душ. Это ты прогнал злого духа. Да кто тебе поверит, ненормальный? Слишком близко. Учение душ совсем рядом. Я слышал, это действительно звуки пустых. А? Юдзу! Юдзу! Не подходи! Это звук пустого. Ну что, понеслась заруба? Bleach Immortal Soul. Ичиго, проводник душ. В этом случае все только и будет ждать, чтобы стать его едой. Хочешь спасти свою семью? Ну, конечно. Есть один способ. Ты должен стать Синегами. Ставив этот меч зампакту в свое сердце, я вводил в тебя его силу. Дай меч мне, проводник душ. Меня не зовут проводник душ. Я Руки Акучики. А я Ичиго Курасаки. Я покажу тебе, что случается с теми, кто навредит моей семье. Что за кислое выражение лица? Так, ну что, погнали, заруба началась. Блин, почему я раньше в эту игру не играл, он вроде такой неплохая. Атака и получение урона восстанавливает гнев персонажа. Когда гнев накопится до максимума, можно запустить мощную ультиму. А, понял, так, а. Троечки. Все, рыбья кость ди. Победа. Мертвые персонажи, 3 звезды, получаем награду 600 денег, 6 опыта и какой-то камень духа воина. Сила 1, самоцвет, представляющий огромную силу. Необходим для повышения качества персонажа до зеленого и зеленый плюс 1. Я хотел дать ему половину духовной силы, но он забрал все. И этот парень. Утро следующего дня. Братишка, завтра готов. Если не поторопишься, то опоздаешь. Это чудо. Грузовик целиком врезался в дом. Я не ожидал, что все будут в порядке. Ваши раны полностью зажили. Его особенность всех Синегами. Ичиго, значит, она вернулась в сообщество душ. Так, нажав на сюжетную миссию слева, можно автоматически переместиться к пункту выполнения миссии. Ученица Руки возникла перед Ичиго.
Надеюсь на ваше покровительство. Ты как здесь оказался? Ты ведь вернулся в место под названием Сообщество Душ. Болван, только синегами могут вернуться в Сообщество Душ. Так как моя сила проводника почти полностью была поглощена тобой вчера, сейчас у меня нет такой способности. Что? Я не знал об этом. Пока я не восстановлю свою силу, ты должен помогать мне выполнять задания с синегами. Я отказываюсь, я больше не хочу встречаться с теми чудовищами. Как же так? Ты вчера неплохо справился. Это потому, что моей семье грозила опасность. Я не собираюсь сражаться с чудищами ради незнакомцев. Прости, что не оправдал твоих ожиданий. Раз уж так, не стоит пенять на меня. А что происходит? Моя душа покинула тело? Эй, следуй за мной. Так, проследовать Рукию. Эй, куда ты собрался? Это здесь, недалеко. Что? Течение 15 минут до или после полудня в детском парке в диапазоне 20 метров появится пустой. Боюсь, он нацелен на душу в округе этого парка. Вау, и подчудище. Помогите мне! Стой, ты хочешь его спасти? Разве он не знакомец? Даже если мы не знакомы, как можно стоять без дела, смотри, как его атакуют. Не будь наивным. Проводники душ должны справедливо относиться ко всем духам. Надо сделать все, чтобы спасти сознание всех других духов. Неважно где, даже ценой собственной жизни, мы должны со всем справляться. Ты все осознал, Ичига. Так, погнали. А, что? Блин. И, а, попробуй сначала нажми на Ичига. Нажал, теперь. А, Ичига подкинул, так. Ударил. По-моему, мы проигрываем. Рейджки. Даблки. Так, победа что? А, нет еще? А, Ичига, давай. Победа, это что, бабла? Это что, камень духа воина? Так, он спасли, походу, от души. Дай мне нет никакого дела до осознания. Я спас его, потому что хотел спасти. Когда ты вчера спас меня, ты задумывался об обязанности проводника души? Чтобы смело заступиться за кого-то, не стоит размышлять, твой ли это долг. По крайней мере, я нет. Так, вдалеке виднеется Рихема и Нуа. Скорее, подойдите туда, чтобы узнать, что случилось. Так, как понимаю, сейчас еще идет обучение. Орихиме. Как больно. Иноуэ? Куросаки. Тебя били? С тобой все в порядке? Хорошо, что ты здесь. Я воскрес. Я воскрес. Привет, Иноуэ. Привет. Что это за синяк у тебя на ноге? А, это из-за столкновения с машиной. Рана серьезная, болит? Это... Что случилось, Кучики? Почему такое серьезное выражение лица? Ничего, желаю тебе поскорее поправиться. Может провести тебя? Нет, ничего страшного, правда. Пока. Та девушка, ты с ней хорошо знаком? Она живет по соседству, он скажет. Мы хорошие друзья. 3 года назад ее старший брат погиб в нашей больнице. Так она лишилась единственного родного человека, случилось ДТП. Какой была твоя духовная сила тогда? Не сравнится с теперешней. Я так четко могу рассмотреть духов только с недавнего времени. Что случилось? Пустяки.
тем вечером. Есть указания? Указания? Опа. Хватит залипать. Целься в его голову. Бежал. Но все того парня, это был брат Инуэ. Так называемые пустые изначально все были обычными человеческими душами. Ненависть и печаль одолевают души, которые становятся в этом мире непохороненные нами и брошенные. Они становятся пустыми. Но почему брат Инуэ атаковал меня? Пустые, падшие души. Пустому не удастся съесть тебя. Чтобы заполнить потерянное сердце, он ищет любимую душу своего сосуда. На ноге Рихима Иноа большой шип, это след от удара пустого. Тогда авария тоже дело рук брата Иноа. Этой девушке грозит опасность. Тем временем у Иноа. Как ужасно, Рихима забыл даже мой голос. Обманщик, мой брат не способен на такое. Я так одинок, постепенно ты забываешь меня, ты не слушаешь меня. Наши чувства охладили, я сначала убью тебя. Остановись. Ты знаешь, почему старший брат приходит в этот мир первым? Чтобы защищать своих младших братьев и сестер, не так ли? А ты, старший брат, говоришь своему ребенку, что хочешь убить ее. Такого не подобает говорить даже под угрозой смерти. Первый готов. Второй. Так, второй готов. А еще не победа, еще бот. Хрена он, бля. Наша очередь. Правильно. Сука. Правильно. С одного удара есть. Готов. Иное. Если так продолжится, неизвестно, когда я обратно превращусь в монстра. Поэтому сейчас, когда есть еще хоть немного сознания, я надеюсь, что ты заставишь меня исчезнуть. Извини, братишка, это я во всем виновата. Потому что я тогда попросила его не оставлять меня одну, и поэтому он не смог отправиться на небеса. Я чувствовала, что мой брат всегда рядом со мной. Вчера он заставил меня отойти от машины, сказал, что это опасно. Потянул меня за ногу. Так вот в чем дело. Но в таком случае мой братик никогда не познает покой. Поэтому я не дала тебе видеть, что на самом деле я очень счастлива. В тот день мой брат купил мне заколку для волос. Он у меня вспыльчивый характер, и мы поссорились, верно? Но я ни слова не сказал моему брату, который отправился на работу. Поэтому позволь мне сказать сейчас. Братишка, отправляйся на небо. Я ухожу. Пока-пока, брат. Так, и что там? Сколько еще будет это обучение длиться? Глава 1. Новоиспеченный Синегами Дайко. End. Значит, мы закончили эту первую главу. Сюжетные миссии. Так, вот у нас основное меню наконец-таки вылезло. Открыта глав миссия. Завершите миссию и получите много наград. Так, что это такое? Биткоины, блин. Получите. А вот это тоже хочу. Нет? Так, набор. Ага, вот эти вот девяточки. Разноцветные, или как они правильно называются, для призыва героя. Интересно, кто же нам попадется? Надеюсь, что... Так, Арихиме. Сверхгерой, 2 звезды. Ну, конечно, не серьезно. Так, автострой. Понятно, 7-дневный вход.
Поздравляем, получи 600 токен душ. Рангику Мацумото. Да, вход на часть день можно получить персонаж СССР Рангику Мацумото. Так. Ну все, ребят, буду заканчивать первую серию этой хорошей игры. Алиса. Будем прощаться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если это видео будет набирать просмотр, то, конечно, я запишу вторую часть и будем играть дальше в Блич. Всем спасибо за просмотр и пока.